национальное единство, сохранение культуры и языка. Эти вопросы легли в основу первого молодежного форума «Территория согласия». На участие в масштабном мероприятии заявилось более 500 человек из разных уголков страны. Вы, как представители своих этносов, этнокультур, расскажете друг другу и найдете точки прикосновения существовать, развиваться как на территории Еврейской автономности, так и на территории Дальнего Востока, так полностью на территории нашей матушки России. Для гостей двухдневного форума организованы мастер-классы, дискуссии, круглые столы. Кроме образовательной программы, участников ждет развлекательный блок. Количество площадок позволяет провести форум с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Не более 50 человек в одной аудитории. В православной церкви не ставим никаких различий между людьми по происхождению географическому или национальному. И у нас в Священном Писании говорится, что перед Богом нет ни эллина, ни иудея, но все. И во всех Христос. Сама идея мероприятия появилась в октябре 2019 года на первом Дальневосточном межрегиональном форуме. Инициативу собрать молодежь разных конфессий и национальностей на одной площадке поддержал тогда еще сенатор от региона, а теперь губернатор ЕАО Ростислав Гольштейн. Проведение масштабного мероприятия стало возможным благодаря поддержке проекта Ассоциации женской общественности ЕАО фондом президентских грантов в 2020 году. Алена Шот, Павел Славин, Новости 21.